Воспитанники коррекционного центра в Белоярском теперь будут меньше болеть. Здесь открыли соляную комнату. Выполнена она в национальном колорите. Здесь есть чум, олени, звезды и северное сияние. А соль здесь вместо снега. Соляная комната повышает иммунитет и почти не имеет противопоказаний. Считается, что соль не только очищает бронхи и легкие, но и кожу, успокаивает нервную систему. Сеанс длится 40 минут. Для каждого ребенка подбирают удобное время. Отмечу, соляную комнату, как и другое оборудование, коррекционный центр закупил на средства гранта губернатора.